Я в следующем мы продолжаем пройти игру под названием Borderlands 2. И это у нас DLC. Так, что происходит? Стоит, какие-то фризы жесткие. Все? Да, все. Так, что у нас по заданиям? Сиренология, нам нужно сюда попасть. Надеюсь, врагов не будет. Уже с Серой мы убили мусорного босса какого-то. Но если с ним тет на тет стреляться, тогда это жесткий враг, так? Не. Так, найти секретную тюрьму. Лучше товаров ты нигде не найдешь. Уж об этом я позаботился. Чудес! Желаю хорошо. Заходи еще. Побежали, побежали, побежали. Дружками просто быстрее немножко передвигаешься. Вот, у меня здесь есть какой-то проход, на который он не открывается. Лилит, чудесно новость, я обнаружил прототип тюрьмы Ангела на Гелиосе. Представь, что мы могли бы узнать. Я уже послал искателя уничтожить тюрьму. Уничтожить? Серьезно, ты запрещаешь мне делать свою армию монстров? Ключик. Чек над Ангелом моих исследований в области сиренологии. И да, это... вообще-то все слова кем-то были. Ты видела, что случилось с Ангелом и со мной? Эта информация слишком опасна. Мы собираемся уничтожить ее. Полностью. За дело, искатель. Напугал. Выдвигаясь на позицию. Ну, в принципе, нормально слушайте снайперку. Сойдет. То, что враги на меня вот так внезапно нападают, то это не смешно. Так, стоять инвентарь. Бля, нахера я пистолет продал? Ладно. 0 проблем. Успею, 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 успею. Chamber should be just down there. Тюрьма должна быть где-то здесь. Подумайте об этом, Лилит. Чем дольше мы знаем о сиренах, тем больше мы знаем о себе. Мы до сих пор не понимаем, откуда берутся эти силы, как они могут проявляться в будущем. Ты, как никто другой, должен понимать цену этой информации. Поддержи эти мысли, мы не первые, кто нашел это место. Искатель, зачисти это место от солдат. Бля, я, который сейчас скоро умрет. А, нет, я так подумал, как это дерьмовая снайперка по урону. Вообще не стоит. Как тебе это, а?
Так, где? Второе оружие. Смысл? Ладно, успеваю. Тихо, Джекобс. Видишь, Танис, Гектор уже послал своих инженеров провернуть оборудование. Ладно, давай, что хочешь. Но сначала пришли мне данные. Мы не можем уступить эту возможность. Ладно, Искатель, сделай это. Что? Получаю данные. Это место вызывает многое похожие воспоминания. Даже после Джека, после всех его попыток, я не могу представлять, через это прошло ангел. Как птица в клетке, всю жизнь. Она столько всего могла сделать. Так много данных для анализа. Ах, восхитительно. А теперь может дальше все крушить. Разнесешь это место, к черту. Обнаружена небезопасная активность ангела. Инициирует защитный протокол падших ангелов. А, я попытаюсь решить эту проблему. Не умри там. Искатель, приближается боты. Пожалуйста, не гори. Автоматическая турель готова к бою. Готов к новым подвигам. А, мне блоки нужно уничтожить. А где эти блоки? Граната пошла! Все? А, они теперь появляться не будут? Ё-моё. Как их тут много. Ой,
Хорошая работа, я знал, что могу рассчитывать на тебя. А теперь возвращайся. Я бегу, 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 бегу. А, запечатать, точняк. Радость моя, скажи привет. Перепрыгни. Не попадете, не попадете, не попадете. О, это опасная херь. Все проблемы. Это да. Блин, это сколько мне еще бежать? Я вообще не туда бегу. Ладно, давайте к выходу. Хотя... Ладно, давайте к выходу прибегу, продолжим. Манать, я вниз спустился, я там чуть не сдох. Потому что там такой пиздец начался. Валим, просто валим. Перезаряжаемся, снайперку берем. Ладно, плевать. Тут пробегу. Не туда забежал. Просто чтобы пока броня немного восстановится, потому что здесь тоже враги. Просто бежим, просто бежим. Не обращаем внимания. Все, отлично. Можно выдохнуть. Фу-фу-фу-фу. Крызиная снайперка. Херовая снайперка все-таки. Не стоит она того. 33 уровень. Я навряд ли апну. Ты поосторожней там. О, блин, это же я еще только здесь, да? Нихера мне еще. А вот это что за проход тогда? Гудящая бездна. Давайте в гудящую бездну зайдем, просто посмотрим, что там. Давайте туда прибегу и продолжим. Так, окей, мы прибежали. А как далеко мне? Ага, вот уже здесь. Да, 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 проход. А, да ладно. Что будет? Надеюсь. Ха-ха-ха, пронесло. Ну тогда идем уже туда, куда нам надо. Короче, нам нужно все в нашей гавани. Но здесь есть задание. Железная валюта.
Куда мы, конечно, сейчас быстро прибежим, возьмем машину, сюда пройдем, быстро до сюда доедем, вылезем, сюда пробежим, возьмем машину и поедем тоже туда. Но сначала нужно с этим местом разобраться. Так, хорошо. Да. О, железяка, здорово. Ты хочешь быть чертовски богатым, не так ли? У меня есть отличная идея. Раз уж Гектор начал войну, я думаю, мы попробуем извлечь из нее выгоду. Во-первых, мне нужно, чтобы ты отнес эти особенности блоки и цепи. Гектор и его люди полностью зафактовали экономику Пандоры. Так давай передадим блоки и цепи снова моей новой экономической модели. А, то есть я туда могу попасть? Я, который чуть не слился. Нихера он напал. Ну, навряд ли я туда сейчас смогу так ведь попасть. Давайте так, если там... О. В традиционных части моего генерального плана... Тут там интеллект. Я прыгаю, и запись пропадает просто, я не успеваю смотреть. Я вспомнил, мы же как раз проход же взорвали. Но мне один фиг, нужно вернуться в наше логово. Там задания все выполним, мы вернемся. Так, у нас еще одно новое задание появилось. Ну давайте сначала к Зеду. Отдадим. Это кто? Подопытный доктора Зеда. Какой-то он слишком головастый немножко. Слегка головастый. А, смотри, как интересно, здесь биоконфликтор. Передатчик спор, встроенный в РНК. Ага, звучит научно. Сейчас я гляну, что там. Вот, возьми, это микстура, да, ему жалкому ублюдку, посмотри, превратится ли он его обратно в человека. Так, подожди, Зет. Знаете, подопытный. Не, он какой-то стал плохим. Ладно. Зед.
Нифига. Everyone's losing their minds. На этот раз у него обязательно получится. Почему бы не попробовать еще раз? Так, увеличит емкость магазина штурмовых винтовок. Найс. Я знаю, что буду прокачивать. I know Tannis is thinking that Cassius fella is the hottest little pipette to ever do science, but I think I'm a much better match. Maybe after I cure these sorry bastards, I can use what I learned to give her the plant monster army she's always dreamed of. Yeah. Hey guys, I heard that from here. Это, ребята, было слишком даже отсюда. You were right. Ты был прав, орбитальный выстрел сработал. Мордекай, и вдруг у тебя. А, твой друг заразился? Превосходно. То есть это состояние довольно тяжелое, но неизлечимое. Мне нужно, чтобы вы принесли мне образец крови, или, как говорят в научном сообществе, эту живительную красную субстанцию. Ты получишь не капли крови от морди назад, у меня черный пояс по карате. Тина, полегче. И правильно говорит, карате. На этот раз тебе повезло, сопляк. А то я хотел прокаратить тебе задницу. Он хочет попробовать провести еще один раунд набора набрался, может быть на этот раз получится лучше. А я знал себя своим главным вербовщиком, пришло время собраться здесь. Попробуем кое-что новенькое. Мои бандиты должны быть не только сильными, но и умными. Например, с накачанными бицепсами, как Питка. Так что давай подходи на короле. Так, ну, в принципе, мне снова туда все идти. Бля, все-таки у меня 33 уровень. Нужно было оставить тогда то оружие. Ну, хотя, ладно, посрать. Встретить новобранцев. Что у нас там еще? Части тела собрать. Железяки помочь. Так, давайте смотреть. Ага. Это в норах. Это железяка. И снова норы. Ну, давайте сначала к Мордекаю вернемся, возьмем его кровь. А потом уже пойдем туда. Ребята, у меня проблема. Нами села пчела. И теперь я думаю, что мы с ней не поженимся. О, чувак, с этим стеблем. Мне как-то не очень. У вас есть образец? Отлично. Приходи ко мне, и мы сделаем антидот вместе. А, в шахту Даль. Ну, шахта Даль это как раз там, где у нас железяка, да, находится. Ну ладно. Погнали в пещеры. Я должен был предать Гектора. В своей исследовании я обнаружил, что технологии ваших легких и на биологический организм, такие как атмосфера Пандоры. Какой же ужас. Уверен в вас, я никогда не хотел никому навредить. Гектор сказал мне, что мечтал о лучшем Пандоре. Рай, говорил он. И я разделял его мечту. Но не таким способом. И не такой ценой. Так, где находится? Все-таки там, где я думал, да. Значит, мы отправляемся в черви и продолжим. Так, ну что, вот это место. Встретить новобранцев.
Это твой шанс присоединиться к самому быстрому и мощному клану Пандоры. Вышедший смертным. Трофей меча червей, докажите. Да. Выходи вперед. Где черви? Идиот. Еще червь. Вот умница! Ну отстаньте от меня! Все, они меня потеряли. Воу! Запуска режет по-живому. Ну, эти пушки классные. Well, come on back here, champ. Что за пушка? Подожди, я хочу посмотреть. Урон? Так, немного, короче, все одинаково. Пуль больше, ну, скорострельность поменьше. Но очень мало. А ну-ка. Хо-хо. Нифига себе. Так, а следующее задание у нас какое было здесь же? Собрать части тел зараженных. Ну, пушка космическая. Выглядит шикарно. Надо испробовать все-таки на ком-то. Еще куда бежать? Так, нам сюда. Вот мне интересно, там, где еще проход закрытый у меня, но мне там нужно растение уничтожить. Леших, что за леший? Вау. А, подожди. Не очень мне нравится этот предмет. А, да, мне вообще не нравится. В смысле, мне так быстро пули улетели? Чё гоните? Турель готова к бою! Ну,
Так, а вторая где? Фиг знает где, да? А, ну не так уж далеко. Нет, я просто за то, что у меня была фулл заряд. А сейчас смотрю, у меня почти пуль нету. Типа, ну что это за бред? Похоже, части не хватает. Давай посмотрим, сможем расположим Тонис. Ну все, возвращаемся обратно. Наш городок. А, смотрю, Зеда уже новый. Челик. Ну что, предпримем еще одну попытку. Ну? Давай-ка бахнем это зелье-ка. Дашил, бахни. Зови, просто сделай это. Давайте сначала посмотрим на него. О, теперь у него человеческий облик. Он похож на американского футболиста. Что ж, фигово, думаю, мне лучше покончить с этими, пока у меня башка. Я видел такой болван, как я, может быть. Может быть, я просто не создан для этого. О, кого я обманул? Пришло время присделать на медицинскую лицензию. Да, алло. Я должен спросить, что выбросил этот крайне великолепно мертвые экземпляры? О, ну, это был я. Я... Привет, Теннис. Ну, привет. Тебе пора смываться отсюда, искатель. Дальше я сам. Замечу, что башка лежит. И темная субстанция летает, витает в воздухе. Visit my vending machine. Yeah, yeah, go. Окей, окей. А что, на что он смотрит? Там же ничего нету. Странно, что темная эссенция осталась. Ну погнали еще на знак вопрос, ну восклицательный знак и все. И закончим эту серию. В общем, что у меня никогда не получалось, я имею в виду, почему все мои новобранцы не могут быть как ты? Источимы к падениям, как ты. Интересно, что я делаю не так? Дело во мне? Я думаю, время все высказать. Чувак, как бы ты хотел во время... Все? Все, да. Ну что, у нас получается с вами осталось только в главной локации. Железяк отдать чувакам цепи и попасть в лабораторию. Ну и все на этом. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.